пожалуйста, как считаете, нужно ли кровь сдавать? Сдаете, может быть, сами? Я считаю, что нужно. Раньше я сдавала. Теперь уже давно не сдаю. А можете рассказать, как эта процедура вообще происходит? Ну, очень просто. Ложат на стол, потом это самое... С вены берут кровь, вот и все. А ну для чего это? Для того, чтобы людям просто другим давать кровь и все? У вас какая была цель внутри? Мне была цель, потому что к нам приходили на работу, читали лекцию, как, для чего, ну и мы пошли, сдали кровь. Потом периодически сдавали, ходили. Не, я не сдаю, у меня муж иногда сдает. Был донором раньше. Ну а для чего это делается вообще? Ну, чтобы спасать людей, это жизни людей. Считаете ли это важным? Обязательно, доченька. Я отработала тут вот почти 30 лет в этой больнице. Так что обязательно кровь. У нас раньше медики все сдавали вот в этой больнице. Так что обязательно надо. А вот. Как процедура вообще проходит? А? Процедура. Не больно. Там что, приходит медсестра, если очень вена хорошая штука, гепатитом не болели, и у вены, и все. А поощрения какие-то были после? Раньше были, а теперь не знаю. Мне уже 80 лет, я так что теперь уж не знаю, не работаю. А раньше были. Донор, это было почетом у нас. Давали. И паёк давали, и это, как его, деньги там сколько-то давали. Вот. Я-то не сдавала, потому что я болела гепатитом. А наши все медсестры сдавали обязательно. Ну, у меня жена сдает кровь, я-то сам не сдаю. Но важным, конечно. Людям-то надо помогать. А процедура как проходит, не знаете? И, несколько раз было с женой, ну, я имею в виду, как она. Там она записывается, что там кровь сдают, анализы берут у них сначала там. Я, честно говоря, так сильно, наверное, не понимаю этого. Я сама не сдаю, но дочка у меня со 17 лет сдает. Каждый год по 2-3 раза. А в чем важность? Вот операции, допустим, и нужна кровь, авария какая-то, нужна кровь. Обязательно надо сдавать кровь. Ну, помощь кому-то, наверное, нужна. А сами сдаете? Сдаю. Регулярно. Скажите, пожалуйста, в чем заключается важность сдачи крови? И сдаете сами, помогать, может быть? Больным людям. А сами, может быть, сдаете, нет? Сдавал, когда был молодой, сейчас старый. Как вы считаете, в чем важность сдачи крови? И сдаете, может быть, сами? Ну, я сама сдавала бы, но у меня, к сожалению, хронических заболеваний куча, моя кровь не годится. А так, конечно, сдавать кровь – это очень нужно, чтобы спасать людей. Послеоперационный период и так вообще, мало ли, если травма какая-то очень сильная. Это очень важно. Сдавал и раньше, когда был молодой. Сейчас уже по возрасту не могу сдавать. А в чем важность? Важность, я считаю, что люди нуждаются в крови. Мало что какие-то операции или там... аварии или прочее. Кровь обязательно нужно сдавать. А процедура прохождения какая? Ну, если человек здоров, я считаю, что нужно быть патриотом. Нужно сдавать. А поощрения какие-нибудь были? Да, были 3 дня. А, какие-то там давали талоны бесплатной еды. Ну и, по-моему, какой-то день, по-моему, я же не помню. День можно было пройти отпуск, что ли. Я уже не помню. Надо думать о будущем. Сегодня мы здоровые ходим, а завтра раз и на.